Давай быстрее. Стой, дед. Откуда ты? Сульяновск. Ты сюда пришел, вот и скажи. Ну, по алиментам очень большой долг. Денег надо было заработать. Мне либо садиться в тюрьму, либо сюда. И сколько вы зарабатываете? 150 тысяч. В месяц 150 тысяч? У нас в Ульяновске зарплата 40 тысяч. Пацаны, с жодом! Я работка. Короче, все четко. Женем, с*** их с нашей земли.